себя басы. Че, на разных поедем? Я не могу залезть. А, он залез. Сейчас я тебя отвезу просто. Чтобы не объяснять, куда ехать. Вообще я тебя сам увезу. Сейчас завезешь меня, блядь. Я был. Был ты там, да? Убивал эту хуйню непонятную. Ну, не знаю, и там что-то какие-то пиздики мелкие были, только еще все. А кого-то. Ну, нет, там был один безбашенный, короче, он раздваивался и раздваивался и раздваивался. Хуй, не у знаю. У тебя там охота отмечена, у тебя там на карте черепок есть? Да не знаю. А, на карте сейчас. Сейчас что будет? Легендарная охота. Командное испытание. Ничего вроде нет. Если нету, то пошли. Куда? Туда. Так там нет ничего. Вот если нету, то пошли, потому что у меня отмечено пройденное, я помню это место, пойдем. А, ну ладно. А да я это таланты сделаю, распределю. Иди распределяй, это уже полезно. А что тут с этой балкой? Ну, сука, он не хочет вниз идти. А, типа, навыки расположения слева и справа. Автоматически открывается при уважении. Сколько очков? I'd like you better dead. Че, как, че такое? Во время действия круг в том фразы сразился противника. Стоит там что-то в центре сыграет. Давай ПП-шку будешь мне устанавливать. А это что такое? Он пытался по 10%. Тут, в принципе, наверное, все можно прокачать, да? Я готов. Ну иди вперед, а то обезьяна всех замочит. Блять. Эти обезьяны виноваты. Вон какая-то хуйня летает. Он? Нет, это просто электрический раз. Я не попасть не могу. Я попал. Так, это просто взрослые в архиве. Я сюда типа приходил, подстрелял, это съебался, короче. Что-то задание какое-то тут было. Не помню какое. Значит, вот этого ты не убивал, да, блядь? А где он только? Надо где-то родить. А, во, привет, который искатель хранилища. Заговорил со мной тут камерлок. Хотя заговорил? Вон он появился, отмечен, череп такой. А, да. Или посмотри на него. Мартышка уже бежит. Вот поэтому. Вот эта хуйня меня убивала здесь просто, когда я был. Ну, в самый первый раз она пришел. Долго, блядь, с ней возился, пиздец. Ее еще убьешь, она размножится, короче. И там до несколько, на несколько раз она будет отходить. Блять, ты еще плюешь? А че, у нее хп нет, а она дерется? Что за дичь? Нет.
блядь. Какой-то хуйни был упал. Легендарная охота, охота засчиталась. Там, смотри, кто понасыпал. Он оранжевый лежит. Пистолет. Ещё немного. Имя мне легион, ибо меня много. Чё? Где? Только я бронебойный. Да я читаю характеристики этой пушки. Есть много? Ну. У него, видишь, у него типа три патрона за раз вылетает с определенным уроном. А вот имя не легион. То есть вот эта вот красная надпись, она что-то означает. А, и она еще больше размножается. Конец, да. Типа патроны? Ну. Вот еще что-то лежит синее. Снайперка синяя. Тебе надо, бери. Да почему? Забирай все. Я синих тогда только подберу, а этот белый. Белое конечно не бери, зеленый еще можешь брать. Да я еще обычно по цене смотрю, потому что рюкзак не бесконечный. А бродишь иной раз долго.